Привет, мои дорогие, как у вас дела? Так, пчелорам не работал, нас осталось. Ой, девочки, в общем, жарим курицу, картошку, черные грибы положим, перчик, в общем, сяй называется. Вот. Как вы поживаете, мои дорогие? Hello. Так, включить надо. А здесь у меня суп с фрикадельками. Вот решила на этом сварить. Другой кастрюле. Ну, здесь удобно. Вот. Так, что у меня, собственно, и мистенес мерабалаш. Пожарим чай, как говорится. Собственного рецепта. Вот. Ой, что-то брызгалка началась. Опять у нас, конечно, немножко вот так. Как вы поживаете? Все у вас хорошо, надеюсь. Пусть всегда будет хорошо. Вот. Будем жарить. Как всегда, пришлю это видео к... Вот так ползу. Лук с чесноком положила. Ой, люблю я вот это, надеюсь, друзья, знаете, масло. Это же кошмар, просто. Ну как так можно? Так будет это все дело брызгаться. И вот так вот масло каждый день возится с этой плитой. У меня такая соль крупная. Это, ну, такая чистая соль. Забыта как бы... Как помните, я ездила вот на солевую эту... Отсюда привезли полезное, говорят, полезное. Без всяких добавок, примесей. Туда-сюда вообще. Картошку делим на 4, по 0,4 ширина. И все. Так, пчелора. Емики отберу. Меня хамонки пчелю, я емики отмаю. Вообще люблю просто картошку с курицей, честно, так люблю, обожаю просто. Но, ой, ну здесь как-то кушаешь уже фри. Картошка у них только в образе фри. И этот, вареная. А вот так вот, как мы... Они как, у них даже такого блюда нет. Просто жарим картошку, да, или там просто даже картошка с мясом, или даже с курицей там. Ну, нет у них такого. Такую картошку они не едят. Ну, то есть, если сделаешь, едят, ну, а в их
рецептов, как бы говорится, так, такого блюда нету. Вот. У них немножко по-другому. А я вот честно скажу, вареную картошку, одну там, я не знаю, одну или половину могу поесть в этом хинкали, когда я делаю. Но шортбол, честно скажу, я вареную картошку там не люблю. Вот просто не люблю ее. Ну, конечно, я ее туда добавляю, но не люблю. Девчонки, вы не поверите, весь дунья в масле просто. Да. Это что-то. Какие эти, не пойму. Решила пожарить сай. Сай на весь мир, короче говоря. Масло. Везде масло. Как хочу канал открыть. Только с едой. О. Но это надо, знаете, прям посвятить себя полностью, да, вот этому всему. Уже без всяких институтов. Так хочу. Грибочки мои. Всех монтаж. Мяса у меня сегодня маловато. Курочки там немножко осталось. 6 маленьких. Это что, ножки? Ножки вроде, да. Но они какие-то мини-ножки, прям я не знаю. Вообще я любитель, конечно, крылышек. Очень люблю крылышки. Замочила грибочки. Они у меня так сразу раз набухли в водичке. Преобразились. Ой, ну здесь белый свет, девчонки, весь прям этот у меня. Все в масле. Обалдеть. Красота неописуема. Совсем мало добавлю, наверное, томатной пасты все-таки. Очень мало. Это можно было бы и не добавлять. Но. Просто надо было добавить перчик. И все. Молотый красный. Так, у меня здесь есть такое дело. Маша шарфик намотала, в общем, потому что прохладно. Ну, дома я не скажу прохладно, но вот я одела лосины, но мне в них прохладно. А лосины вообще же притягивают холод. Ну, они такие совсем. Добавим тесто.
Москвичу маловатенько. Наверное, что такие, я думаю, налила. Ну, хватит ничего. Чтоб не сильно жирненько было. Ой, девчонки, а дуния-то здесь в масле, мамочка, родная. Мне вообще будет просто. Протирала утро. Совсем немножечко прямо налью водички, прям немножко. Так, чтобы, знаете, на пару там это все дело слегка. Так. Привет, мои дорогие, как у вас дела? О, что-то темно опять. Ну-ка, снюкайся, это что такое? Так, пчелы Мирабалар, Насалсенез. Опаньки. Мой дорогой, уже вся в мели, уже вся в мели. Вот. В общем, поставила Севрюкова сушиться на батарее. Они же у меня маленько влажненькие были, вы знаете. Вот. И вот такие вот мелкие, можно сказать, вот сюда тоже оставила, думаю, пусть сохнет прям здесь. Также приготовила крем из желтой украинской клинки и плюс Red Batken. Это как сердце, да, в России продают. Красное сердце или сердце. Вот. Ну что, покушаем. Африка, hello. Индия, Иран, Ирак, там написали, видимо, хотели, чтобы я привет передала. Ну что, покушаем? Севрюкова. Ой, мухтащам, Севрюкова. Беяздах. Ой, и на нумас чук взял тебе сюда. Вкусный. Очень вкусный. Ну, как не проглотить? Грех. Севрюкова. Yellow. Украина клей. And red Kyrgyzstan Batken. Севрюкова. Здесь все в меловой пыли. Вкусно. Сейчас мы маленько начудим. Урал чипс, крошки. Угу.
не видно, да? Посмотрите, какая она. Просто прелесть. Сейчас мы это дело вот так вот разукрасим. Потом немножко посыпем. Ну что, теперь мы ее сейчас оприходуем. Вкусно.
вкуса. Очень. Вот, когда ешь с красной, такой у красного своеобразный есть какой-то маленький вкус. А вот когда ешь с желтой, он превращается в сметану, прям в каймак. Вот реально. Он вместе с мелом превращается в каймак. Общая масса такой, и вкус такой становится, такой молочный какой-то. Есть вот этот вкус молочный, сливочный, прям, ну, пломбирный даже, могу сказать. А севрякова, когда желтый. Вот этот вкус есть прям. И хочется проглотить сразу. Вот. Было вкусно. Спасибо вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так и пчелорам тысячи кредерам. Абонеолом. Бырын. Севрякова в Биаздах. Мохтыщам. Было очень-очень вкусно. Сара Кильдачок взял. Украина. Каймак был, каймак, вала. Смотрите, какая. Она такая прям, такая, знаете, гладкая. Сейчас покажу. Вообще прям, я не знаю, блестючая такая вся. Короче, шикарду с одним словом. Аппетит сразу раскрывается. Вот так. Покажу вам. Классный. Ну, у меня такой же крем и с красной тоже прям гладкий, блестит прям вообще, как глянец. Ну, я их так долго мешаю, чтобы они были именно вот такой массы. Очень долго вожусь с ними. Вот. My dear, thank you. I love you. India. Встретимся в следующем видео. Было реально вкусно. Сейчас это все соберу. Заказик соберу. У меня еще заказик есть. Вот. И Маша пойдет смотреть кино какое-нибудь. Пока-пока. Целую, уважаю, люблю. Смотрите мои видео.